сети появилось фото человека, очень похожего на Курта Кобейна, лидера группы Нирвана, считавшегося погибшим. И сделан этот снимок был на днях, на юге Франции. Самые преданные из фанатов Кобейна поверили, что их кумир все еще жив. На опубликованных снимках, сделанных в Ницце, можно увидеть мужчину, действительно напоминающего рок-певца. Впрочем, разглядеть человека на фото более внимательно мешают солнечные очки, скрывающие его глаза. Зато эти очки, как раз такой формы, какую предпочитал Кобейн. Эти фотографии появились как раз в канун годовщины со дня официальной смерти Курта. Ведь он, согласно версии полиции, покончил с собой 25 лет назад, в апреле 1994-го. Тогда его тело было обнаружено не сразу, а сутки спустя после того, как перестало биться его сердце. И хотя рядом с телом была обнаружена записка и ружье, из которого он застрелился, поклонники рокера, так и не сумевшие смириться с его гибелью, до сих пор выдвигают разные конспирологические версии. Так, уже не в первый раз появляются сообщения о том, что Кобейн, якобы, все еще жив. К примеру, 3 года назад было опубликовано сделанное в Перу видео, на котором человек, очень похожий на Кобейна, пел его песни. В то же время, другие фанаты Курта считают, что рокер все же мертв, но умер он не по своей воле, а был кем-то убит. Что же касается супруги Кобейна, Кортни Лав, которую, кстати, конспирологи подозревали в убийстве мужа, и его единственной дочери, 26-летней Фрэнсис Бин, то у них нет никаких сомнений в том, что Курт умер. На днях, по случаю годовщины со дня смерти отца, дочка рокера опубликовала на своей страничке в социальной сети старые снимки Кобейна, сделанные, когда тот был еще ребенком. И разместила под фото обращение ко всем, кто страдает расстройствами рассудка и близок к самоубийству. Фрэнсис призвала всех, кому приходится трудно, своевременно обращаться за помощью к врачам.